Добрый день. Находимся в Таиланде. Отель Амбассадор. Сегодня 24 декабря. Вот идем сейчас с пляжа. Пляж вот. Тут корпус Океан Вью. Прикольный. Великолепный, я даже сказал, наверное. У нас немножко другого. Вот, вот. Прошли тут бассейн тоже большой. Люди уже, кто идет только на пляж. Время 12 час, самый обгар. Я уже понял, что как масса, не масса здесь, в Таиланде. Ну, так же, как, в принципе, и в Китае. Масса, не масса, после 12 это обгоришь, блин, по-любому. Если уже ты не черный, если обгоришь по-любому. Поэтому уже после 11 мы стараемся перетекать. Вот это вот мороженое продают. Туалеты, душевые, такой бассейн с детскими всякими аттракционами большой. Тут, блин, и скалолазные горки, и всякие вода, душики эти, фонтанчики, мячики можно играть. Короче, развлекух много. Люди вот перебираются в основном с пляжа сюда в бассейн. Потому что тут есть пенек под деревьями, видите, зонтики везде стоят. На территории отеля прямо около этого есть покушать, что, ну сейчас, правда, еще закрыт, к вечеру ближе. Открыто его прошли. Вот курица. Вон белочка, посмотри, какая. Видишь? Вон на столбе. А, вижу. Что-то несет от этого, от кокоса. Шелуху. Вон какая шустрая. Угу. Вон побежал. Да, вот посмотрела. Вот курица. На территории. 200 бат, 400 рублей надо. Вот здесь они крутятся. Колбаса из телятины, свежая сельная колбаса. 100 бат. Сервелат 80. Сервелат 80. Вайсвуд 80. Свежая свиная колбаска 100. Блин, 100. Как название? Свинина франковская, курица франковская. Вот тут роллы. Роллы. Всякие. 35-50 рублей на наши. Ой, это 70-25. Бат. Бат. 50 рублей, 40 рублей. 40 рублей. Вакаме нигири. 25 бат, 20 бат. 35 бат. А на рынке через дорогу по 10 бат так, ролла. Да, тут дороже. По сравнению через дорогу, да. Бекон на гриле 70. Шашлык из курицы 70. Жареный бекон 70. Это что, это шашлык из говядины в соевом соусе 120. Тут очень дорого, конечно, на территории отеля. Из отеля выходите, через дорогу переходите, там эти ряды обжорные называются. Там цены 2-3 раза дешевле. Овощной салат 100 бат, свиной сатай 150, жареные креветки 220. А у моря носят креветки 10 штук 100 бат. Такие крупные, здоровые. Ну да. Шницель из морского окуня 260, куриный шницель 150, шницель из свинины 150, жареный лук в кляре 80 бат, жареный хлеб французский 80,
картофельное пюре 60. О, французский хлеб 60. Это, наверное, с чесночком. Вот, чесночное масло 60. Запеченный картофель 60. Нормально. Говяжий шашлык, свиной шашлык 170. На выходе продают хороший шашлык по 100 бат. Стоит там, готовят при тебе стейки свинины 190, стейки говядины 190, стейки с говядиной 290, стейки свинины 190. Говяжья лапша по-тайски с морепродуктами 180, в обжорных рядах по 100. Том-янг 180, обжорный ряд 90. Такая большая порция. А если огромная-огромная, то... Я уж не помню, сколько. 150? Наверное. Жареная свинина 120. Зажаренные колбаски 130. Жареные крылышки 120. Шея на гриле 120 бат. Салат по 70 бат. Но тут плохо оплата идет. Сначала покупаете карточки. Вот здесь продают эти карточки. Купоны. Вы обмениваете баты на эти купоны. А потом этими купонами вы оплачиваете. Вот даже написано. Использовать или сдавать купоны можно только в день покупки. Пятница, суббота, 24:00. Вот еще тут стоят. Вот ракушки. Сейчас, подожди, морские гребешки 260 бат. Миди на пару 180 бат. Вот это вот рыба на соли мы... Она тоже. Ну да, размера. Вот не очень, нет. Вот окунь, он дороже. Там, ну, так же 200 стоит. Ну, окунь, если морской на соли, он дороже идет. А мы брали что? Мы брали вот это вот. Окунь. Вот, вот окунь, вот он, да, я сказал, только он уже 320. Запеченный окунь 320. Вот русская еда. А вот манты, русский. Пельмени 90. Манта 100, пельмени 90 бат. Салат оливье 80 бат, борщ 60 бат, котлеты свинины, картофель 140, вот, тушеная свинина с макарошками заточить, бат. Плов жареный, рис со свининой и специями 100 бат всего. Вот здесь пиво. Стакан пива что-то 90 бат, кувшин с пива 230 бат и башня. Что за башня? 660 бат пива. А эти коктейли разные. С этих в ананасе 240 бат, майтай 185, мохито 185. И на коладах кокосе 210. И тут еще много разных этих. Так что вот так вечером, не выходя с отеля, можно, конечно, поесть и русской пищи, и все, что у души, и морепродукт, все, что душе требуется. Так что приезжайте. Отдыхайте. Да. Все, пока. Сегодня вечером тут интересно будет. Сегодня у нас Рождество с 24 на 25. Наверное, будут накрывать столы. Ну все, пока.